Здравствуйте, уважаемые шестиклассники! Мы продолжаем с вами изучать предмет «Гражданское воспитание». Меня зовут Барбароша Оксана Валерьевна. Я преподаватель теоретического лицея имени Антиох Кантемир города Кишинева. Сегодня мы продолжим с вами работу над проектом «Разрешение проблем класса». И выясним, как составить план действий, как организовать презентацию и провести размышления об учебном опыте. Что такое план действий? Для того, чтобы координировать деятельность учащихся в процессе решения проблемы класса, необходимо разработать план действий, в котором должны быть зафиксированы следующие: цели, стратегии, предпринимаемые шаги, сроки реализации, ответственные лица, ожидаемый результат и другое. Сформулируй собственные определения плана действий. Сегодня на уроке вместе с вами мы сможем предложить конкретные этапы по решению выявленных проблем, участвовать в процессе принятия решения относительно потребностей и проблем класса, разрабатывать план действия для решения проблем класса. Что такое план? План – составленный заранее проект, включающий упорядоченную совокупность операций, направленных на достижение цели, программа работы, действие – осуществление какой-либо деятельности, шаг, предпринятый с определенной целью. План действий представляет собой программный документ класса, который устанавливает цели, задачи, ресурсы и конкретные краткосрочные результаты. Он разрабатывается в соответствии с выявленными проблемами. Разработка плана действий включает структуру плана и содержание запланированных задач. План действий должен иметь определенную структуру. Преследуемая цель и задачи. Действия, предусмотренные для достижения поставленных задач. Необходимые ресурсы. Сроки реализации установленных действий. Лица, ответственные за внедрение. Ожидаемые результаты и презентация и оценка результатов. Ребята, образуйте 5 команд. Каждая из команд путем жеребьевки берет на себя решение одной из проблем. Разработайте в команде план действия для решения каждой проблемы в отдельности. План должен включать действия и детали каждого действия. Продумайте, какие шаги вы предпримете, и заполните таблицу, которая будет записана каждое конкретное действие и что вы будете делать. Детали, методы, необходимые материалы и установленные сроки. Составьте план-график. Каждая команда выбирает путем голосования метод реализации плана. Какие же могут быть методы реализации плана? Это постер, презентация в PowerPoint, ролевая игра и другие методы. Что же такое постер? Постер представляет собой инструмент, посредством которого отмечается вклад класса в решение проблемы, распространение некоторых результатов, получение быстрой обратной связи. Наиболее важные требования, предъявляемые к выполнению постера. Постер должен быть доступен для чтения с расстояния 2-3 метра. Название должно быть написано крупным шрифтом, содержать не более 10 слов. Содержание постера должно быть хорошо структурировано, отредактировано. В нем следует сжато отметить наиболее важные аспекты соответствующей проблемы – задачи, методы, ресурсы, действия и результаты. Основное содержание постера – текст, изображение – оформляется в виде колонок, как в газетах. При этом самая важная информация должна размещаться на одном уровне. Информация должна быть краткой. Соотношение между текстом и иллюстративным материалом должно быть сбалансированным.
Последовательность ознакомления с разделами постера следует указать знаками и обозначениями, например, стрелками, значками, цифрами. В конце постера должен быть представлен общий вывод. Презентация PowerPoint – это программа для визуального представления информации, которая помогает привлечь внимание слушателей. При подготовке презентации в формате PowerPoint надо учитывать особенности аудитории, которой она адресована. Выбирайте самые веские аргументы, а также уделяйте внимание теме презентации с четким сообщением. Текст, сопровождающий изображение, должен быть минимальным. Иллюстративный материал хорошо продуманным, соответствующим теме. Цвета и шрифты хорошего качества. Слайды нужно представлять последовательно. Текст должен быть ограниченного размера, но хорошо видным, без избытка графических элементов. При презентации PowerPoint значение имеют также тон голоса, ритм речи, расстановка акцентов и выделение основных моментов. Все это позволит не дать скучать слушателям. Ролевая игра. Ролевая игра – это метод активного обучения, основанный на опыте учащихся класса. При этом каждый ученик играет определенную роль. Необходимо соблюдать ряд условий. Применение принципа недискриминации и толерантности. Роли могут быть продуманы. Должно быть достаточно время для развития пьесы. Время для понимания и осознания участниками своих ролей. Планирование перерыва. Проведение дискуссии после представления. Важным элементом является организация презентации. И здесь нужно придерживаться следующего алгоритма. Установите дату, время и место презентации. Пригласите коллег, учителей, родителей и других заинтересованных лиц. Назначьте модераторов мероприятия. Определите лицо или лица, которые непосредственно представят результаты деятельности команды. Разработайте речь по презентации плана. Сообща, включайтесь в работу, чтобы презентация была хорошо организована и структурирована. Распределите заранее роли, функции, обязанности. В день и час презентации позаботьтесь о том, чтобы приглашенные чувствовали себя комфортно. Представьте план последовательно, четко, аргументированно, чтобы все приглашенные поняли вас. Отвечайте на вопросы кратко и ясно. Попросите участников высказывать свои мнения о плане. И, конечно же, завершить обучение посредством разработки проекта необходимо размышлением о полученном опыте. И здесь можно воспользоваться следующей таблицей и вопросами, на которые нужно дать ответы. Выразите свое мнение о проведенном мероприятии. Каждый член команды выражает свое мнение о проведенном мероприятии, указав, что ему понравилось, а что не понравилось. Считаете ли вы, что, исходя из результатов обсуждения и с учетом мнений приглашенных лиц, необходимо внести изменения в план? Проанализируйте все мнения. Считаете ли вы их полезными для улучшения плана? Внесите некоторые изменения, если это необходимо. Считаете ли вы, что определение проблем и планов их решения стали для вас полезным опытом? Обсудите опыт, накопленный на протяжении всей деятельности. От определения проблемы до разработки и представления плана. Сделайте выводы. Примените план для решения других проблем, при необходимости адаптируя его. На этом мы закончим наш урок. До свидания, до встречи на итоговом уроке.